Не жалейте денег на здоровье. В жизни это главное условие. Почему? Да просто потому, что без настоящего здоровья деньги нам уже и ни к чему. Олександр Перерва – лікар-хірург вищої категорії, завідувач хірургічним відділенням номер 1 комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня номер 5 Сумської міської ради. Олександр Перерва виріс у родині медиків, і стати хірургом була його мрія. Після закінчення лікувального факультету СУМДУ у 2002 році пройшов інтернатуру за спеціальністю хірургія у 5-й лікарні, де упродовж багатьох років працював хірургом його батько. Як молодий спеціаліст Олександр Олександрович приймав хворих у поліклініці 5-ї лікарні. Паралельно мав практику ургентного хірурга. У 2005-му перейшов до стаціонару. З 2011 року очолює хірургічне відділення номер 1. Загальний стаж роботи 16 років. У активі Олександра Перерви значний досвід у царині загальної хірургії. За роки роботи він здійснив понад 3 тисячі операцій. Олександр Олександрович, ви обрали непростий фах. Чому саме хірургія? Це дійсно непроста професія. Це тут ви абсолютно праві. Тому що скільки цих бессонных ночей, сколько этих седых волос появляется и так далее. Когда ты знаешь, что в твоих руках человеческая жизнь, именно ты знаешь, что какая-то одна твоя ошибка, и человека уже не вернуть, это, как говорят, знаете, как вот хирург, как сапер ошибается только один раз, вот, и хирург может ошибиться только один раз, только жизнь уже не своя, а жизнь будет это пациента. Вот. Поэтому такая ответственность очень большая. Вот. И поэтому мне, может быть, даже нравится такой, как-то сказать слово, такой драйв, когда привозят тяжелого человека, когда и ты делаешь свою работу, и как бы большего, скажем так, наслаждения нету, когда человек уходит отсюда своими ногами, довольный, и все. То есть за это, как бы, может быть, вот мне вот это нравится, что ты сделал что-то своими руками, помог человеку. Вот это вот мне, почему хирургия. Именно хирургия. Вот, а вы из родины хирургов? У меня отец был хирургом, и поэтому как-то мне это то ли по генам передалось, то ли... Ну, очень мне это нравится. Я точно, я никогда вообще за всю свою жизнь я... Хотел бы только врачом и только хирургом. Вот. И мне действительно эта работа очень нравится. Я получаю от нее наслаждение. Александр Александрович, скажите, какими заболеваниями вы занимаетесь? Основное направление нашей деятельности – это абдоминальная хирургия. Человеческим языком это общая хирургия, хирургия органов брюшной полости в большинстве своем. Это панкреатиты, это желчекаменная болезнь, это острые аппендициты, это грыжи, это кишечные непроходимости, это язвенная болезнь, осложнение язвенной болезни. Вот это основные такие наши направления. С какими самыми проблемами наичастейше звертаются до вас пациенты? Если взять, как бы разделить сейчас патологию, есть острая хирургическая патология брюшной полости и хронические патологии. Так вот, если взять острые хирурги, так это эти же острые аппендициты, эти же острые холециститы, острые панкреатиты. Из таких, которые плановая патология, это, конечно же, грыжи передней брюшной стенки, ну или что-то в этом роде, вот такие вот операции. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, за каких симптомов потребно звернутися до хирурга? Ну, первое и, скорее всего, как бы такой основополагающий симптом – это боль в области, в животе. То есть, если уже болит живот, то, конечно же, нужно не затягивать и обращаться к семейному врачу, то, соответственно, потом к хирургу. Также тошнота, рвота, задержка стула, газов и так далее. То есть, те патологии, которые… которые не стоит затягивать. Вот. Если человек с такими жалобами начинает заниматься самолечениями, там, принимая такие спазмолитики, анальгетики, это, как правило,
не приводит ни к чему хорошему. То есть, как правило, нужно обратиться к доктору, а он уже определится, там, нужно госпитализироваться, не нужно госпитализироваться, соответственно, нужно оперироваться, не нужно и так далее и тому подобное. Вот. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами найчастіше до вас звертаються ваші пацієнти? Очень много пациентов с желчекаменной болезнью, очень много пациентов с воспалениями поджелудочной железы. Другими словами, это называется панкреатит. Вот. Почему такое происходит? Это потому, что все-таки мы живем в таких реалиях, и вообще современное человечество очень, ну, питание – это фастфуды, это какие-то, ну, не знаю, как эти там чипсы, орешки назвать эти. Ну, явно это как бы, ну, наше население, скажем так, Украины. Все-таки Украина же, она же, к сожалению, еще же не очень богатая страна, к сожалению. Вот. Поэтому люди не имеют возможности правильно и здорово питаться. Ну, и знаете, как говорил один из наших президентов, шумаемо ты шумаемо. Поэтому мы имеем, соответственно, все такі патології. От... Говорять, що панкреатит помолодшав, тобто його вже діагностують з раннього віку. Да, от в том-то і діло, ну, тому що от з раннього возраста молоді люди, ну, що, опять же, чипси, сухарики, орешки. А які от симптоми вже повинні насторожити, так? І як може, можливо запобігти цій хворобі? От, допустимо, якщо ми беремо панкреатит, да? Панкреатит основное есть как бы элементарный фактор. Это спиртное и вот опять же нездоровая еда. И второй фактор, который тоже это 50 на 50, это желчекаменная болезнь. Mm-hmm. Вот камни в желчном пузыре. Вот, если есть камни в желчном пузыре, то опасен риск развития билярного панкреатита, так называемого. Вот, и поэтому эти камни в нефункционирующем желчном пузыре могут, помимо самого воспаления желчного пузыря, вызывать также и воспаление в самой поджелудочной железе, и это будет панкреатит. Поэтому тоже, как один из моментов к вашему вопросу, как уберечься от воспаления поджелудочной железы, то это нужно вовремя оздоравливаться от желчекаменной болезни. То есть это выполняется оперативное лечение. Тем более, что сейчас эти оперативные лечения выполняются малоинвазивным путем, быстро, просто и без каких-то дальнейших последствий. А вот найчастіше діагностують хворобу саме у яких пацієнтів? Хто входить до групи ризику? Если мы берем панкреатит и желчекаменную болезнь, это, как правило, люди с высокой массой тела. Вот. То есть это типичный габитус. Вот желчекаменные болезни – это вот больше женщины. Угу. Вот именно такой-то… Это вековая категория? Вот на данный момент очень помолодело. Угу. То есть сейчас, если раньше, там, 20 лет тому назад, 30 лет тому назад, то ко мне носители желчекаменная болезнь была, правило, уже там после там 40-50 и так далее. То есть сейчас и 20 лет, и 30, и… Помолодела эта болезнь. Ну, а если говорить про чоловіків, зараз багато хто випиває, так, и алкоголь теж провокує панкреатит. Да, да. Чи звертаються до вас такі пацієнти? Ну, конечно, конечно, сплошь и рядом. Ну, лечим, ну, что тут такое. То есть, как бы нужно уже определяться, что мы либо пьем, либо сохраняем поджелудочную железу. Ну, а які симптоми желчекам'яної хвороби, так, и які фактори теж провокують розвиток цієї хвороби? В принципе, много таких факторов есть. Тот же наследственный фактор тоже имеет место быть. Симптомы какие? Это боли в правом подреберье. Боли могут иррадиировать в надплечье, в руку. Вот. Горечь во рту, тошнота. Вот такие основные симптомы, которые, ну, вот, стоит обратиться там, к семейному врачу, соответственно, сходить на УЗИ и посмотреть, в чем есть проблема. Ну, вот. Если говорить, то звідки берутся взагалі камни от в жовчину? И сколько может людина от с ними проходить? Суть такова, что камень – это даже это не причина, а следствие, вот, чтобы люди понимали, что дело не в том, что
есть камень, а в том, что почему он образовался. Если он уже образовался, это значит, уже неправильно работает вся желчевыделительная система, неправильно работает, ну, неправильные фискалоидные свойства желчи. Вот. Поэтому даже если вот как раньше были такие методики, там пытались рассекать этот желчный пузырь, удалять эти камни, но они потом сразу же опять появлялись. Угу. Вот есть как бы радикальный метод, который делается, что хоть в Сумах, хоть в Киеве, хоть в Нью-Йорке, вот это, конечно же, только холециститомия, вот, которая дает возможность избежать дальнейших осложнений. И опять, не влияет размер. Не размер камней. Многие считают, что вот у меня камешки маленькие, ничего страшного, то есть все будет прекрасно, замечательно. На самом деле мелкие камни – это еще даже опаснее, чем большие, так как большой риск того, что они попадают в протоки. Вот, соответственно, протоки, протоковая система в дистальном отделе соединяется с протоковой системой поджелудочной железы, и вот получается гипертензия по принципу сообщающихся сосудов. Что в желчной системе, что в системе верзунного протока, это проток поджелудочной железы. И, соответственно, вот и мы получаем острый панкреатит билиарный. Ну, почему я, кстати, возвращаюсь к тому, что я сказал, что желчекаменная болезнь дает очень большой риск еще и развития воспаления поджелудочной. Александр Олександрович, напевно, ви найбільше часу свого життя проводите саме в цьому приміщенні, так? Да, ви праві, це і є операційне, можна так сказати, святая святих. Там, де, собственно, і проводяться операції. Операційний стіл, лапароскопічна стойка, там ззаді наркозна станція. От наша. Які нині ви використовуєте ефективні методи лікування? Ну, от же ж. Наша лапароскопическая стойка, вот, в которой мы и делаем именно вот лапароскопические операции. Я думаю, что это большинство людей, конечно, знают, что это малоинвазивные операции. Если раньше после тоже холецистектомии, либо аппендэктомии нужно было, то есть это делались разрезы, это болезненно, это много таких, скажем так, нюансов этих операций есть, то сейчас делается там 3-4 прокола, выполняется эта же операция, и человек через 3-4 дня уходит домой. Конечно же, это на порядок лучше, это косметический эффект лучше. Спаечный процесс образуется не так, как при открытых операциях. Это однозначно большое достижение. За рубежом это уже многие десятки лет делается, в нашей стране чуть-чуть меньше. Но, тем не менее, это действительно большое достижение. В каких выпадках назначается лапароскопия? Это желчекаменная болезнь, дренирование кист поджелудочной железы. Хотел бы я еще сказать, что именно в нашей клинике мы впервые начали делать, ну я имею в виду в Сумах, операции лапароскопические при остром аппендиците. У нас, не побоюсь этого слова, ну 95, если не больше процентов операций делается при остром аппендиците лапароскопически. Прекрасная операция, длится очень быстро, четко, визуализация намного лучше, чем при стандартных открытых методах. Ну, все-таки ж та операция аппендэктомии, она еще в прошлых веках была изобретена, а мы сейчас все-таки живем в 21 веке. Поэтому делаются такие вот. Также делаются и паховые грыжи лапароскопические, и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Выполняются такие операции. Ну, очень большой спектр операций, которых можно выполнить именно малоинвазивным путем. Как вы долго практикуете лапароскопичные операции? Ну, лично я практикую их с конца 2007 года. Вот это, ну, не тяжело посчитать, сколько лет. Уже практически 14-й год идет. Вот. Да, начиналось это с обычной холецистектомии, то есть это руки. Ну а потом уже начали мы развиваться и дальше идти. Вот, скажем, последние 3 года аппендициты мы делаем лапароскопически, хотя раньше же их никак не делали. Вот. Практикуем грыжи паховые и пищеводные отверстия диафрагмы также лапароскопически оперировать. Вообще, мы стараемся так, чтобы как можно больше оперативных вмешательств было именно малоинвазивно.
Это же намного проще переводится, реабилитация намного меньше пациента. А как триває відновлювальний процес після такої операції? После лапароскопических операций пациент уже к вечеру может ходить. Вот. На следующий день, пожалуйста, кушает, там, полностью себя обслуживает. В норме там через 3-4 дня человек уходит домой, потом придет на 7-е сутки, снимет швы. Ну, если говорить про операции, то яка была найскладнейшей в вашей практике, в вашем житті? Были такие случаи, когда брали, тот же, если мы говорим про холецистектомии, пациентка, у которой был желчный пузырь размером даже больше, чем печень, то есть на всю брюшную полость занимал. Есть у нас такие, мы там и в Facebook, по-моему, опубликовали, то есть такое. Вот. Есть атипичное расположение аппендикса, который был прямо под печенью с абсцессами, с перитонитами, которые также, даже мы не ожидали, успешно лапароскопически прооперировался операция и задренировали. Ви як хірург з великим колосальним досвідом, скажіть, будь ласка, як взагалі себе застерегти, щоб не виникали такі проблеми, так, такі захворювання, і щоб людина все-таки не була на цьому операційному столі? Які поради, щоб зберегти дійсно дуже важливі органи? Що би я хотіла тебе посоветувати? Це вести, це, я думаю, що це не ново, я Америку не відкрию, а вести здоровий образ житті. Правильное питание, занятия спортом, физкультурой, не злоупотреблять спиртным, сигаретами. Вот. И в случае каких-то, как я уже говорил, жалоб, боли какие-то непонятные, ощущения, ни в коем случае не заниматься самолечением. Не читать что-то в интернете, не слышать, кто сосед сказал, не идти в аптеку и спрашивать, дайте мне таблеточку от печени. А, конечно же, сразу обращаться либо к семейному врачу, к хирургу, без проблем. Наши двери в нашей клинике открыты для всех. То есть мы никому не отказываем, пускай люди не стесняются, идут, посоветуются. Нужно, назначим лечение. Ну, если нужно сделать операцию, конечно, сделаем операцию. Не нужно, назначим лечение и вот это не дальше жизнь. А так нужно берегти свое здоровье, желательно с самого молода. Мой совет, с самой молодости, с самого детства нужно учиться ценить свое здоровье, так как это, можно сказать, самое большое сокровище, которое нам дается. Поэтому будьте здоровы.